Поселковая мастерня предлагает сегодня сделать особенный подсвечник. А как и из чего? Давайте посмотрим. Для подсвечников нам нужны бокалы, различные сосуды. Главное, чтобы они были прозрачными. Мы будем оформлять мороженницу вот такой мозаикой. Мозаика особенная, она прозрачная. Приклеивать мозаику можно или универсальным клеем, или горячим, или таким, как у нас, клеем дракон. Приклеивать мозаику лучше с верхней части, тогда это будет смотреться аккуратнее. Начинаем приклеивать. Итак, ряд за рядом нужно приклеить мозаику. Когда клей высохнет, затираем мозаику разноцветной смесью для затирки швов. О том, как приготовить эту смесь, мы рассказывали вам в предыдущих программах. Берем шпатель, набираем смесь, затираем. Затирка высохнет, можно протереть сухой тканью. Подсвечник готов, можно зажигать свечу. Вот такое оно сверкающее разноцветное чудо. А те, кто хочет узнать о других поделках детской студии «Веселка», заходите на сайт www.veselka.lg.ua.